В Казахстане появились 30 миллионеров, причем такая сумма людям досталась в подарок. Уникальный розыгрыш в честь своего 15-летия провел главный ритейлер страны – компания «Технодом». О том, как разбогатеть, покупая бытовую технику, расскажет наш корреспондент Илья Рыбин. Этого дня с нетерпением ждали тысячи казахстанцев. Еще бы, ведь такой шанс выпадает нечасто. Каждый клиент «Технодома» одержал кулачки за себя и своих близких. Сыграло большую роль и везение. С помощью специальной программы методом случайной генерации чисел главный ритейлер страны разыграл 30 сертификатов на 1 миллион тенге, на которые можно выбрать любую технику. Чтобы не обижать своих покупателей, победителя определили абсолютно в каждом городе Казахстана, где есть магазин «Технодом». Людям было необходимо приобрести товары с 4 сентября по 1 октября, используя бонусную карту «Технобонус». Среди всех, кто оформил покупку, мы сегодня разыграем 30 миллионов. Такой розыгрыш для своих клиентов главный ритейлер страны устроил в честь своего юбилея. 15 лет казахстанцы покупают лучшую электронную и бытовую технику в самом современном магазине с профессиональным и, как оказалось, с очень заботливым персоналом. Одним из обладателей победного сертификата стал житель Астаны Али Ахмат Эль-Мусави. Мужчине сообщили радостную весть по телефону. Для его семьи настало время приятных хлопот. Ведь надо определиться с техникой. Или телевизор, и дроны. Хочу посмотреть, что у них большой выбор. Всем удачи и желаю, чтобы такие конкурсы были больше, чтобы все тоже участвовали. Ну а для всех гостей праздника компания «Технодом» тоже приготовила подарки и сюрпризы. Кроме организованного шоу, у людей была возможность стать обладателем весьма ценных призов. Для этого необходимо было просто стать участником викторины и ответить правильно на вопрос. Ведь «Технодом» все делает с любовью. Илья Рыбин, Нуркен Токмурдин, Информбюро, Астана.